Здравствуйте, в эфире Первого Карагандинского новости, в студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Почему карагандинец Булат Уразалин опасается за свою жизнь? Правда ли, что полицейские Караганды оказывали на него давление и применяли силу? На металлургическом комбинате ArcelorMittal Темиртау аким области Нурмухамбет Абдибеков запустил новое газоочистное оборудование. Известная скандальная личность МС Сайлаубек посетил шахтерскую столицу. Житель Караганды Булат Уразалин опасается за свою жизнь. Со слов мужчины, работники полиции оказывают на него давление и вынуждают наговаривать на работодателя, бизнесмена Сабыржана Серикова. Однако в ДВД области этот факт не подтвердили. С их слов, Уразалин сам не чист на руку. Все подробности у Айым Амрины. 30-летний Булат Уразалин обратился к нам в редакцию с просьбой о помощи. С его слов, некий Арман Кукумбаев и сотрудник полиции Бауржан Исалимов вынуждают его давать ложные показания против работодателя. Этот Бауржан хочет просто, как бы, Серикова Сабыржан долю получается себе просто. Со слов Булата, его незаконно держали в полицейском участке и даже заставили записать видео, где он рассказывает о преступлениях Серикова. «Когда я начал отказываться от своих показаний против Серикова, они заставили меня написать заявление о взятии под защиту. Поместив меня в охраняемую квартиру, периодически избивали и издевались», – рассказал мужчина. «Не бьют, чтобы синяков не было. Бьют так, в такие места, где синяки там не будут видны. Ну, запугивали там, ну, угрожали там. Ну, они мне говорят, если я этого не буду делать, все равно мы тебе там что-нибудь подкинем. Все равно мы тебя, если надо, будет закроем, если ты не будешь делать как надо». В департаменте внутренних дел нам пояснили, что Булат Уразалин показания давал добровольно. Ему были разъяснены его права и обязанности, а также последствия дачи ложных показаний. Теперь же ему грозит уголовная статья за это. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 419 Уголовного кодекса Республики Казахстан за заведомо ложный донос. Материал зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Сейчас проводятся следственные мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение. Кто прав, кто виноват, в данном деле должны разобраться надзорные структуры. Правда и закон должны быть на одной чаше весов. Айым Амрина, Жасулам Акулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. На металлургическом комбинате ArcelorMittal Темиртау завершена крупномасштабная реконструкция газоотводящих трактов-конвертеров. Размер инвестиций в сооружение новых газоочистных установок превысил 47 миллиардов тенге. Аким области Нурмухамбет Абдибеков лично побывал на заводе и запустил газоочистное оборудование. Более подробно в следующем сюжете. Так, я поехал, давайте. Раз тоже. Второй раз. Это один из крупнейших экологических проектов не только на металлургическом комбинате в Темиртау, но и в Карагандинской области. Новая газоочистка позволит улучшить экологическую обстановку в городе, условия труда в цехе, повысит надежность, безопасность и эффективность работы газоочистного оборудования. Сегодня мы, запустив газоочистку третьего конвертера, тем самым завершили проект по реконструкции всей системы газоочистки трех конвертеров. Это очень большое мероприятие, большой проект. Как мне только что доложили, более 123 миллионов долларов всего в этот проект было вложено. В реализации проекта были задействованы более 15 темиртауских подрядных организаций. Строительство комплекса газоочистки началось в 2010 году. В 2013 году в эксплуатацию были сданы первичная газоочистка конвертера номер один и вторичный комплекс системы газоочистки. В ноябре 2014 года введены в работу первичная и вторичная системы газоочистки конвертера номер два. В этом проекте участвовала огромное количество людей, общее количество можно тысячами измерять. Ну и самое важное то, что первый конвертер мы делали с иностранной компанией, слышали, наверное, многие. А вот второй, третий уже завершали силами полностью практически местных подрядчиков.
Однако главным эффектом внедрения этого инвестиционного проекта является значительное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что важно как для города Темиртау, так и для всего региона. Благодаря реализации этого инвестиционного проекта предприятие сократит валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что и среднегодовой выброс углекислого газа будет снижен на 15 тысяч тонн. Гульзат Сахова, Александр Царикидзе, Первокарагандинский. В Карагандинской области завершена уборочная кампания. Урожай выдался хороший, однако в этой сфере много недоработок, признают чиновники. С их слов, аграрники не используют новые технологии и методы возделывания почвы. Также есть проблемы с нерациональным использованием земель. В этом году было собрано более 300 тысяч тонн картофеля и 70 тысяч тонн овощей. Отличились плодородным трудом аграрники Абайского, Бухаджирауского и Осакаровского районов. Также, по словам чиновников, применением метода капельного орошения увеличилась урожайность зерновых культур. Однако эти результаты могли бы быть и лучше, ведь в области очень много земель, используемых не по назначению. По области площадь неиспользуемой пашни составляет 462 тысячи гектаров, в том числе 71 тысяч гектаров орошаемой земли. На этих землях можно произвести продукцию растениеводства на сумму более 20 миллиардов тенге. Аким области Нурмухамбет Абдибеков призвал госслужащих усилить контроль по этому вопросу. Владельцы земли, использующие ее нерационально, должны платить налог в 10-кратном размере. Такое поручение озвучил глава государства, пояснил аким. Принять меры по выполнению планов по посеву 2016 года в рамках диверсификации структур посевных площадей, по обеспечению сельхозтоваропроизводителей качественными семенами сельскохозяйственных культур в достаточном количестве и обеспечить своевременное проведение работ по подготовке почвы под урожай 2016 года. Более того, чиновникам поручили увеличить посевную площадь и отдать приоритет выращиванию лука и капусты, которые в этом году приходится закупать из соседних областей. Аймамрина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду-не буду не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. К другим новостям. В этом году служба ЧС отмечает свой 20-летний юбилей. Аким области Нурмухамбет Абдибеков приехал поздравить сотрудников и ветеранов этой нелегкой профессии. Подробнее в материале Ларисы Хусаиновой. Куаныш Мукашев работает спасателем уже 15 лет. За эти годы было много ситуаций, когда приходилось рисковать своей жизнью ради спасения других. Куаныш Тулигенович пошел по стопам отца, и он надеется, что подрастающий сын тоже последует примеру деда и папы. Для меня самое главное, чтобы в нашей стране был мир, спокойствие, процветание, чтобы граждане страны были уверены, что пожарно-спасатели всегда придут на помощь и в любой момент могут спасти. В
торжественной обстановке от имени министра внутренних дел Республики Казахстан Аким области вручил отличившимся сотрудникам этой профессии почетные грамоты и благодарственные письма. Ежедневная борьба, кропотливый труд, готовность немедленно принимать важнейшие решения – все это работа смелых и отважных спасателей. Вы всегда первыми приходите на помощь тем, кому трудно, кто попал в беду. Вы оберегаете самое дорогое, единожды данное человеку – жизнь и здоровье. Нурмухамбет Абдибеков наградил юбилейными медалями генерал-майоров в отставке, ветеранов Великой Отечественной войны и органов гражданской защиты. Всего в этот день в честь 20-летия создания системы гражданской защиты в Казахстане были награждены 19 сотрудников и ветеранов службы ЧС. 19 октября 1995 года был создан Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. За прошедшие годы система чрезвычайного реагирования прошла большой путь, которая сегодня является важной составляющей национальной безопасности республики. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Бахрейнский фонд «Куран Каримды Колдау» подарил Казахстану 100 тысяч экземпляров священной книги «Куран» на арабском языке, а в Карагандинскую областную мечеть завезли 2700 книг. В торжественной обстановке главный имам области Умерзак Беккожа вручил священную книгу «Коран». 20 экземпляров получили городские мечети, 15 – районные и по 5 экземпляров – сельские. И мы сегодня собрали всех имамов нашей области для того, чтобы они взяли эти «Коран» и передали своим имамам и тем мусульманам, которые не могут достать Куран, которые живут в аулах. Главный имам области Умерзак Беккожа отмечает, что такое масштабное событие в регионе проходит впервые. Для прихожан это хорошая возможность прийти в мечеть и прочитать священную книгу. Кто живет по Курану, тот у того человека духовное богатство, то есть нравственность в его характере. Он то есть спасается от грехопадения. Карагандинские мечети пополнились священными книгами благодаря главному муфтию Казахстана Иржану Кажым Алгажиулы и общественному фонду «Казахстан-Катар». Диана Рамазанова, Исламбек Успан, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области вновь открывается сезон сельскохозяйственных ярмарок «Аул-Береке». Здесь можно будет приобрести мясо, овощи и молочные продукты по низким ценам. На традиционной ярмарке цены будут ниже на 15-20%. Организаторы также подготовили для посетителей фестиваль «Баурсак и Кумыса», где можно будет отведать деликатесы. Мероприятия будут проходить в сопровождении концертных номеров, которые приготовили сами же продавцы. Ярмарка состоится 24 октября, 31 октября, 14 ноября и 28 ноября. Уважаемые карагандинцы, жители города Караганды, приглашаем вас на крупную сельскохозяйственную ярмарку «Аул-Береке», которая ежегодно состоится на улице Олимпийская, возле стадиона «Шахтер». Будет представлять 8 сельских районов своей сельхозпродукции. Это мясо-молочная продукция и плодовочная продукция. В Карагандинской области со специальной комиссией ДВД прошли действия по уничтожению добровольно сданных оружий гражданами области. Все желающие за консультацией по сдаче оружия могут обратиться в любой отдел внутренних дел по области. Даже объявлена акция по возмездной сдаче оружия, которая началась с 1 января этого года. И продлится акция до 1 января следующего года. С начала текущего года специальной комиссией ДВД уничтожено 1088 единиц оружия, добровольно сданного гражданами области. Из них гладкоствольного оружия 294 единицы, газового оружия 541, травматического оружия 72, пневматической 3 единицы. На территории одного ArcelorMittal Темиртау произведено еще одно уничтожение изъятого оружия в количестве 178 единиц. Напомним, что с 1 января 2015 года в Карагандинской области проходит республиканская акция по возмездной сдаче огнестрельного бесствольного газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия. Акция продлится до 1 января 2016 года.
К другим новостям. Специализированная школа «Дарын» в очередной раз оправдала свое название. Талантливая молодежь и преподавательский состав школы-интернат приняли участие в ежегодных республиканских конкурсах и вновь завоевали призовые места. Подробности вам расскажет Асель Сазанбаева. В Алматы на базе лагеря «Бобек» состоялся 5-й республиканский астрономический турнир школьников Казахстана. Команды с азартом боролись за место победителей. Участвовав в научных дискуссиях, решая задачи, представляя небольшие исследовательские работы, проводя наблюдения и эксперименты. В астротурнире приняли участие 19 команд. Команду нашего города представили 4 ученика. Это учащиеся школы «Дарын» и 38-й гимназии. Астротурнир прошел очень хорошо, нам понравилось. Помимо этого проведены наблюдения на телескопе «Хауптман». Мы наблюдали Луну, планеты, туманности, галактики. Было очень интересно. В рамках повышения престижа педагогической профессии и развития деятельности учителей прошел конкурс «Название «Лучшая авторская программа». Состязание за титул «Лучшие» проводилось в стенах санатория Алатау, города Алматы. Предварительно участники проходили строгий отбор между областей, после которого допускались на республиканский уровень. Участие могли принять представители областных организаций, образований и региональных центров по работе с одаренными детьми. Школа «Дарын» выдвинула 4 участника. В число вошли преподаватели по казахскому языку, истории и команда учителей по английскому языку, которая и заняла первое место среди 125 участников со всей республики. Предоставили авторскую программу, которая называется «Коммуникативный английский язык». Цель этой программы явилась повышение качества сдачи экзамена IELTS именно для выпускников и учащихся школы «Дарын», особенно детей, которые учатся в стенах интерната. Эта программа обеспечивает, дает возможность учащимся сдать экзамен IELTS успешно, именно подготовившись в стенах «Дарын». Участвуя в конкурсе, как учителя, так и ученики смогли не только показать свои навыки, но и узнать много нового и полезного. Специализированная школа-интернат «Дарын» ежегодно принимает участие во всех конкурсах и состязаниях, выдвигая лучших сотрудников и учащихся. Тем самым не дает усомниться в качестве образования нашего города. Асель Сазанбаева, Исламбек Оспан, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. И еще об одном. Несвязная речь и слова на непонятном языке. Известная скандальная личность приехала в шахтерскую столицу. МС Сайлаубек посетил карагандинское заведение, где его с нетерпением ждала молодежь города. Короткие видеоролики изменили всю жизнь простого атыраусского парня МС Сайлаубек. Именно так его прозвали пользователи интернета. У Сайлаубека появились и поклонники, и ненавистники. Сам рэпер не собирается останавливаться на достигнутом. И, как он сказал, будет дальше творчески развиваться. Тем более за год в личной жизни звезды произошли большие изменения. Многое меняется. А планируете вы жениться? Да. Это в моих планах есть. Ну как, вроде бы есть. Есть? И сколько вы встречаетесь уже? Ну, уже немного, где-то месяц-два так. После долгого ожидания восходящей звезды публика встретила МС Сайлаубека бурными аплодисментами. Несмотря на то, что ничего нового он сочинить не смог, рэпер исполнил свой хит, который сделал его популярным. Это была спонтанная идея, не было запланировано, что мы позовем его, да. Мы просто нам скинули информацию, что он в Караганде в данный момент. Мы просто подумали, почему бы его не пригласить, потому что сейчас он в тренде, в моде. Ну так его знают, все, он на слуху. Ну, очередной раз это пиар. И просто хотелось посмотреть на него вживую. Карагандинцы не остались в восторге, но все же были рады встрече. МС Сайлаубек поднял настроение всем присутствующим. Хотя организаторы тоже ожидали большего от казахстанской звезды. Все очень здорово, нам все понравилось. И Сайлаубек, он такой интересный. Я думаю, он сегодня немножко устал. Не ударили, да? Да. Ожидал большего, серьезно. Просто такие моменты происходили. Знаете, сейчас так выражусь, тупняк такой стоит, не бэй, не мэ, уже хотя бы камонаглэд скажи хотя бы, я не знаю.
Ну, в общем, неплохо. Молодежь не давала проходу МС Сайлаубеку. Каждый хотел с ним сфотографироваться. Сейчас Сайлаубека можно назвать полноценным членом казахстанского шоу-бизнеса, хотя некоторые недолюбливают его творчество. Лариса Хусейнова, Жасулан Кулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, аман сау болыңыздар.